Какое состояние и тенденции материнской смертности в современном мире и в России, и каких успехов мы добились в России? В среднем можно сказать, что тенденция материнской смертности в мире, она остановилась на определенном уровне и не растет. Это то, что положительно. Но она и не уменьшается, что тоже является достаточно плохим показателем. С начала года в нашей стране погибло 215 женщин от причин, связанных с беременностью и родами. И именно это составляет вот то количество материнской смертности, которое есть. Много это или мало? С точки зрения статистики, это достаточно стабильный показатель. Но с точки зрения жизни каждой женщины из этих 215, которые погибли, вы понимаете, что это трагедия. Так что говорить о том, что есть отчетливая положительная тенденция, говорить о том, что необходимо успокоиться, пока еще очень рано. Надо еще очень много работать, чтобы свести этот показатель к минимуму, к абсолютному минимуму. Какие существуют источники для совершенствования этого показателя? Ну, прежде всего, здоровье самих женщин, а забота об этом здоровье начинается еще с детских поликлиник, с молодого возраста девочек, потому что женщина, которая изначально больна, естественно, будет переносить беременность все хуже и хуже. Второе, это, конечно, тщательный мониторинг и выделение группы риска среди беременных женщин, и это серьезная работа для женских консультаций. Третье – это введение новых технологий и соблюдение клинических рекомендаций, протоколов в таких серьезных областях медицинских знаний, как акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология. И, наконец, последнее – это тесное междисциплинарное взаимодействие для решения этих задач.